Перед смертью танцор Дмитрий Красилов получил мистическое предсказание. Об этом рассказала актриса Алена Кравец в беседе с журналистами. По ее словам, за 2 дня до трагедии она встретила артиста на совместном мероприятии, где работали эзотерики. В конце вечера всем гостям раздавали подарки со странным наполнением. Кравец испугалась открывать коробку, передав помощнице, которая и обнаружила, что внутри шкатулка в виде гроба с благовониями. По мнению светской львицы, беду просто накликали таким образом. Она уточнила, что жуткий подарок Красилов забрал домой.